Добрый вечер, дамы и господа. Ну все, сегодня у нас 30 января. Кто помнит, я начинал бегать с 4 января. Вот только что пробежался, буквально не отдыхал, ничего. Зашел в раздел кроссовки, сижу, записываю это видео. Как вы видите, результаты есть, да? Я, конечно, не знаю, как у нас выглядит по весу, потому что тогда, когда я начинал бегать, у меня не было весов, я не взвешивался. Сегодня я сейчас взвешиваюсь, сейчас пойду на этаж вниз до бабушки, у нее есть весы, взвешиваюсь, поставлю, сколько я вешу сегодня, да, 30 января. Еще что хотел добавить, бегаю я, конечно, не то, что там каждый день, да, при первой возможности, если есть, 2-3 дня получается, да, потом бывает 2-3 дня не бегаю, да, так как я не каждый день дома, по работе, да, кто знает, где я работаю дальнобойщиком, и не всегда получается. Но, если есть возможность, я бегаю. Что еще хотел добавить? Как, например, пробежка зимой, да, одевайтесь потеплее, да, кто бегает, вот, шапку, да, я одел такую куртку, почему? Потому что я заметил, я бегал тоже вот так вот, просто в Олимпийке, футболка, да, ты бегаешь, ты не ощущаешь этого эффекта, ты даже иногда просто бежишь, и тебе прохладно, получается, ты не потеешь, а когда ты не потеешь, эффекта, практически не будет, да, никакого. Поэтому я одеваю куртку, да, и вот я сейчас прибежал, да, я сижу, я весь мокрый, да, вот у меня голова мокрая, да, здесь все мокрое. Я даже чувствую, что вот когда я бежал, то, что на улице прохладно, да, ты чувствуешь, задеваешь куртку, да, ты чувствуешь, что она как бы покрывается инеем, да, но... И... Получается эффект обалденный, потому что когда ты бегаешь, да, ты должен потеть, а иначе смысла никакого нет. Вот даже, видите, тут даже футболка, да, мокрая. Ну, не знаю, конечно, как выглядит сзади. Ну, футболка такая, скажем, светлая, да. Ну, вот, видать, да, мокрая, да. Так что, вот как-то так.